Всем привет! Вы на канале «Птица Алматы». В Алмате у нас коронавирус, в Казахстане коронавирус, все парализовано. Выезд из города запрещен категорически, потому что город на карантине. И как быть в этом случае? Я сегодня решил, так как времени очень у меня появилось свободного много, решил половить сегодня прям на территории частного дома у своих родителей. Сегодня я попытаюсь половить зябликов. С утра разбросал семечки. Весна, как раз сейчас активный пролет зяблика идет. И сейчас установлю сетку и попытаюсь половить этих зябликов. Поймаю и выпущу. Только для того, чтобы вы свой досуг как-то разнообразили, потому что все люди на карантине сидят, никуда не выходят, и чем-то надо себя развлекать. Давайте смотрим этот выпуск. Не болейте, друзья! Вот и первый друг наш, да? Зяблик пока не поймался, но поймался вот такой красивый вьюрок. Сучий. Отпускаем его на волю. Иху, ребята, зяблик пойман. 2 часа прошло, и вот он наш зяблик в клеточке. Сейчас мы его будем выпускать. Вот такой вот зяблик, самочка. Сейчас мы его отпустим. Вот он, красавец, вот он. Вот он, вот он. До свидания. Все, он улетел. Так, вот он. Зябличек поймался у нас. Самчишка. Самчишка. Вот он. Ребята. Как только я камеру убрал, зашел вот такой вот самец. Очень-очень красивый. В весеннем наряде. Но мы его сейчас отпустим на волю. Так, иди сюда, друг. И... вот он, зябличек такой красивый. Вот он. Посмотрите, какой красивый. Вот он. Оп! И все. Пока-пока, зяблик.